Шанс вернуться к полноценной жизни ей подарили запорожские нейрохирурги. Год назад в областной клинической больнице провели сложнейшую операцию с применением 3D-технологий. 19-летняя Дарья Замарова поступила в медучреждение с укрытой черепно-мозговой травмой. Она пострадала в результате ДТП и находилась в крайне тяжелом состоянии. Сейчас, отмечают врачи, девушка находится на пути к выздоровлению. О чудесах медицины Виктория Печерская. Несчастный случай произошел 2 года назад в одном из дворов по улице Олимпийской. Тогда 19-летняя Даша буквально на минуту вышла из дома, чтобы купить в киоске продуктов. Возле него девушку сбил автомобиль. Очевидцы говорили, что водитель был пьян и не справился с управлением. Из-за полученных травм Дарье пришлось перенести 4 операции, в том числе и уникальную для нашей области пластику дефекта лобной кости с применением титанового протеза. Для этого врачи при помощи 3D-моделирования сделали 3-мерную модель черепа. Таким образом, они смогли идеально отобразить дефект костной ткани и точно выполнить пластину. Вот такой был дефект у ребенка. Установить трансплантат тоже это требовало, скажем, большого труда, чтобы не повредить оставшиеся, скажем так, структуры и мозговые окончания, и нервные окончания, и установить так, чтобы это было красиво, косметически. И самое главное, что ребенок пошел по пути восстановления. На пути к выздоровлению Дашу поддерживают родители. Ее мама признается, преодолеть трудности помогла любовь и надежда на лучшее. Каждая мать хочет видеть своего ребенка здоровым, счастливым, только с положительными эмоциями. Поэтому у нас не было как бы вообще сомнений, потому что у нас все получится. Даша отмечает, сейчас чувствует себя хорошо. Девушка заново научилась говорить, читать, ходить и писать. И уже строит планы на будущее. В дальнейшем выздоровление и учиться, учиться и учиться. Дарья мечтает стать переводчиком, поэтому уже изучает английский и испанский языки. Кроме того, занимается с логопедом. Девушке еще предстоит пройти длительный курс реабилитации, но она уверена, совсем справится, ведь в этом ей помогут родители и врачи.